тени, другие куда бесплотнее, бесприютнее еще, беспилотнее. Не те, что отбрасываются и падают, слабые. Вам не хватает, кажется, кальция. Не хватает железа. Здесь же этого целые залежи. Тут где-то во мне. Берите свои недопитые тени стаканов. Стеклянные тени. Теневыми дрожащими пальцами в непонятной пыльце, словно дыхальца в капельках пота. Идите, садитесь. Приплыли, приплыли на воды. И не цепляясь ни капли за жизнь, за обезжиженное ее течение, за ее порошковый поток, стекаются с затаенным стеснением, покидая залы, холлы, лобби, бары, кафе, фойе, оживленные некогда тени друзей и подружек, официанток, швейцаров, барменов и портье. Не мог ее узнать, и чтобы посмотреть, она ли это на самом деле, я подошел поближе. Другая сумочка, прическа, глаза другого цвета. А все же это была она. И я смешался, не знал совсем, что делать. Но, пересилив робость, приблизился еще, взял за руку, погладил. Баллончик со слезоточивым газом, достав, она мне пшикнула в лицо. Весь в газированных, болезненных слезах, ослепший, всхлипывая, извиваясь, я неожиданно вошел в нее и вышел с другой стороны. Обернулся. Нет. Все-таки это была не она. Быстро, быстро вынес карман и переложив стакан. Двигать не надо. Рано. Вообще не надо. А ты высунь язык и присядь. Все нормально. Ты к стойке и шел. Шевелись. Обходи. Обходи. Обойди к
кругом. Выпростые руки, открой незаметно лицо. Выдохни так, чтобы сиреневой краски запах пошел изо рта. Только пробка в руке так долго, что почти что вросла в ладонь. Но руины отстроены заново, развалины заселены. Все в порядке. И тебе нашли замену тоже.